Саровой исполняется 75 лет со дня присвоения статуса город. По этому поводу, естественно, организуется праздничный концерт. Администрация решила узнать у горожан, кого бы они хотели услышать на этом концерте. Каких музыкальных исполнителей ждут саровчане, пойдемте узнаем. Один год как приезжал хор имени турецкого. Хороший исполнитель, я бы... Еще раз бы. Ну, конечно, любые. Вот. Потом, значит, забыла. Ну, кстати, Любэ достаточно популярный ответ. Вот в соцсетях проводят опросы тоже. Ну, шамана это, ждут, Любэ. Да. Шамана, да. Он очень такой. Ну, золотое кольцо бы вообще бы надо. Вот такие вот. Ну, а молодежь, если как, кого хочет, это шаницами. Я и хожу, что привозят. А таких особых у меня как-то пожеланий нет. Да что-то я даже из современных не знаю никого, так вот, чтобы прям зачетно было. Да я как-то не хожу, вот. Ну вот мне нравится этот шаман, как поет. Потом еще нравится вот этот Басков. Кого-нибудь из них с радостью бы послушали, да? С радостью. Шаман, наверное, сюда к нам не приедет, наверное. Вот. А может, он и приедет. Но хотелось бы, он все-таки патриотические песни поет, и голос у него великолепный. Ну, Газманов у нас уже был. Даже Басков, наверное. Те, которые патриотически настроены. Я человек не сильно музыкальный, но мне нравится раритет типа группы «Зверей». И мне на Асти еще нравится. Но это чисто мои предпочтения, а для города я не знаю.